сумели. Минуточку, минуточку. Вы что? В этом варианте абсолютно не правы. Я здесь внимательно слушал предыдущих ораторов, понимаете, самое, так? Вот. И с полной ответственностью хочу сказать, что все это демагогия. Я понимаю. Фамилия? Вы что, президент. На самом деле понимаете, серьезно понимаете, самое, так? Вроде бы чин высокий, младшего офицера, и так себя недостойно ведете, такие вопросы задаете. Я думаю, может быть, это вас удовлетворит, понимаете, о том, что я все же был первым президентом Союза Советских Социалистических Республик. Пишем, Горбачев. Михаил. Чем занимаетесь, Горбачев? Ваше занятие. Ну, чем сейчас после политики отдыхаю, понимаете, сил набираюсь, народом даже общаюсь, вот на теплоходе, понимаете, вот отдыхаю, по да? По теплоходу ближе-то, кстати. У нас убийство произошло. Убийство произошло. Ну, а при чем здесь тогда экс-президент, бывший, понимаете, Союза СССР Горбачев? Ну, вы знаете, уважаемый товарищ капитан. Кстати, знаете фамилию женщины, которую убили? Если вы скажете, то буду знать, конечно. А нам знакома фамилия, если вы действительно Горбачев. А кто же, кроме меня, Маргарет может быть? Маргарет Тэтчер. Как вы можете такие нелепые вопросы мне задавать? Я вам хочу на этот счет сказать то, что в тот момент, когда я встречался с бывшим премьер-министром Англии, минуточку, теперешней баронессой Маргарет Тэтчер, она же обо мне тогда сказала, что с этим человеком можно иметь дело. Интересно, почему она так сказала? И даже назвала меня... И дело было у вас? Юг-пис, смотря какое, понимаешь, самое, да? То самое. А вот благодаря нашим контактам с ней, лед тронулся, а я туда целую комиссию посылал, чтобы разобрались и прекратили всякий там балдеж и дебош. Ну вот. Так эта комиссия, возглавляемая уважаемой когда-то людьми, минуточку, один я сейчас вам отвечу. Вам в Омске по морде съездил. Это он, мне прическу поправлял, понимаете. Прическу. Я вижу вашу прическу. Кстати, я хочу вас спросить. А какой у нас с вами регламент вот на тот период встречи нашей с вами и беседы, вы, что меня пригласили? Регламент у вас? Я думаю, до 10 лет. Ну это вы настолько несерьезно понимаете, такие вещи заявляете, да? Что это еще непредсказуемо даже.